что это заказ от исполнительной власти был получен, так как многие эти структуры, они подконтрольны исполнительной власти, и соответствующие они насаждали вот эту мысль. Но когда я пришел на заседание, я удивился, что народ совершенно думает по-другому. Он категорически против сокращения депутатов до 25 человек. Они, оказывается, лучше некоторых, в отличие от нас, депутатов, понимают, что такое 25 человек. Это карманная дума. Это пройдут те депутаты, которые удобны сегодняшней власти. А если пройдут те, которые удобны сегодняшней власти, используя административный ресурс, поэтому вы сами понимаете, что произойдет. Каждый раз будут приниматься законы те, которые нужны власти. И этим 25 депутатам постоянно будут напоминать. Помните, кому вы обязаны, что вы прошли в депутаты и здесь среди 25 присутствуете.